Дополнение вот здесь касательно суры валяср. Стаизу билля валяср инна линсана лафи хуср. Илля ладзина аману амили саниха. То есть поистину все люди в убытке, кроме тех, которые веруют и совершают добрые деяния. Данный аят, указывая, разъясняет, что единственным способом спасения от потерь, особенно от духовных, является вера и благодеяние. А также в противовес этому смыслу намекает на то, что противоположным смыслом дает такой урок, что основной причиной убытка является неверие и неблагодарность, непризнание милости, то есть безбожие, грехопадение и распутство. Подтверждая величие и святость суры Валь-Аср, которая, несмотря на ее краткость, является сокровищницей весьма глубокой и обширной истины. Мы возблагодарили Аллаха. Да, подобно тому, как средством избавления исламского мира от вреда Второй мировой войны, представляющей собой самый великий урон данного века, является вера и благодеяние. То есть Вторая мировая война особо не затронула исламский мир. Исходящее из учения Корана и причиной обрушения на бедняков страданий, голода и нехватки продовольствия стало их уклонение от сладкого голода поста. Так и причиной постигших богачей потерь и убытков является спекуляция, которой они были заняты вместо уплаты закята, то есть обязательной милостыни. А также причиной того, что Анатолия, то есть территория Турции, не стала местом сражений во Второй мировой, является Рисали-Нур. Это именно эти книги, дающие сильный урок веры. Ввиду того, что он превосходным образом, в исследовательном виде, то есть осознанно, преподал урок истины этого священного выражения «Илля-ля-вина аману», кроме тех, которые уверовали, сердцам сотни тысяч людей, о чем свидетельствуют многочисленные факты, а также крепкие убеждения людей истины и внимательных ученых из его последователей. То есть, как человечество может избавиться от этих всеобщих бед? Во-первых, для тех, кто еще не пришел к вере, это приходить к вере, к единобожию, к исламу. Для мусульман что? Соблюдение предписаний ислама. То есть вернуться ко Всевышнему, совершать намаз, пост, именно в том, именно к благодеяниям перейти, именно что? Потому что в аяте говорится, все люди в убытке. То есть все люди, там есть указания тоже, например, какие-то, подвернутся каким-то несчастьям. Кроме тех, которые уверовали и совершали благие деяния.